Виктор Данилович Михайлов. Ну, в общем-то, очень хорошо известный в нашей республике, и не только в нашей республике, философ, который имеет базовое философское образование. Он окончил один из центров, значит, вот, Ленинградский государственный университет, философский факультет, то есть имел очень серьезную философскую подготовку и высокую философскую культуру. Занимался очень насущными проблемами современности, так. Поэтому вот мы иногда люди думают, что Виктор Данилович, в общем-то, человек, который хорошо знает, владеет европейской культурой, европейскими знаниями, европейской философией, поэтому, скорее всего, это маргинальная личность. Ну, в общем-то, видимо, такая мысль вполне естественная, и я бы хотел вот в этой связи, значит, проводить следующую мысль, что Виктор Данилович Михайлов, на самом деле, истинный якут. Ну и следующая аргументация, так. Во-первых, Виктор Данилович очень хорошо владел своим родным языком. Можно утверждать, что он был достойным учеником своего достойного учителя Дапсе. Это вот первый момент, да? Ну, не слишком такой вот сильный, но тем не менее важный момент. Я считаю, что знание родного языка – это основа, это фундамент человеческой нравственности, человеческого логического правильного мышления. Так? А второй момент. Значит, Виктор Леонидович очень хорошо владел стилью якутского мышления. Вот многие современные якуты так не знают, что из себя представляет стиль якутского мышления. Во-первых, это означает, что, значит, человек очень хорошо запоминает имена, имя своего собеседника. Так? Часто люди моментально забывают об этом. Так? Дальше, второй момент. Виктор Данилович, значит, очень быстро, значит, разобрался, значит, вот в родословной человека, своего собеседника. Вот это отличительная особенность якутского мышления. Вот моя мама тоже вот, обладала таким мышлением, поэтому я знаю. Так? То есть вот это удивительная черта, значит, которая сразу же не бросается в глаза, но тем не менее это очень важный момент. Так? А третий момент. Виктор Данилович очень хорошо знал традиции своего народа. Значит, вот у народа саха есть такое понятие – состояние человека. Называется «иль». Ну, некоторые политики трактуют вот это понятие «иль» как государство. Да? На самом деле это определенное внутреннее состояние человека, которое можно было бы характеризовать как внутренняя тишина. Внутренний покой – это внутриутробное состояние ребенка. Вот есть такое понятие, да, понятие нирваны, да, буддизм. Несколько похоже на это состояние. И вот Виктор Данилович очень хорошо знал вот это состояние и, в общем-то, не просто знал, но использовал это в своей жизни. Вот это момент, показывает, что действительно есть нервность. Наконец, еще один момент, так, вот главный труд Виктора Даниловича – философия согласия. Так, ну, на первый взгляд, кажется, это чисто, так сказать, европейская мысль. Ничего подобного на самом деле. Так. Значит, можно утверждать, что философия согласия изоморфна, значит, духовному учению народа саха. Значит, ну, духовное учение народа саха – это лонхо, да? Лонхо всегда вносит на первый план требования времени, и лучший представитель, значит, этноса, лучший представитель народа, значит, шаман, как раз об этом и говорит, повещает как бы народу, да, чтобы народ мог четко знать, что делать дальше, чтобы иметь завтрашний день, то есть требование времени. Да. Поэтому, значит, на самом деле, вот это духовное учение народа очень динамическое учение.
быстро меняется содержание, сверхзадачи и так далее. Что касается философии согласия, то вот философия согласия ориентирована на власть. Ну, сверхзадача власти – решать проблему гражданского согласия. Для этого единственное, так сказать, средство, которым располагает власть, это идеология. То есть идеология, на самом деле, это учение, тоже очень динамическое учение, потому что проблемная ситуация может возникать в любой момент, да, и власть просто-напросто обязана найти соответствующее решение. Да. Вот в этом отношении действительно идеология очень близка и заложена духовному учению народа Саха. Это говорит о том, что действительно Виктор Ильич Михайлов является истинным сыном своего времени. Вот что я хотел вам сказать. Ну, об этом человеке можно много говорить. Самое главное, что Виктор Данилович Михайлов – человек, о котором можно всегда говорить хорошо. Ну, я понимаю, конечно, что, наверное, нет там идеальных людей, и Михайлов никогда не хотел казаться там белым и пушистым. Он был таким, каков он есть. Это был очень, по-моему, динамичный, очень порывистый человек. И вот эта динамичность и порывистость, наверное, была из-за того, что он, во-первых, стремился еще больше чего-то узнать. То есть это человек, который постоянно повышал, как мне кажется, вот свое знание, углублялся в понимание мира. Ну, прошу прощения, что немножко неуклюже говорю, но я думаю, именно так. То есть ему было интересно. Ему было по-настоящему интересно, он стремился все это успеть. Успеть узнать, познакомиться, поговорить, изменить, поучаствовать в чем-то. Это вот такая, принято штампами говорит, активная жизненная позиция. Нет, это сущность человека просто была, на мой взгляд. Я его помню как студент, когда к нам пришел человек с совершенно другим выражением лица, чем большинство наших преподавателей, да простят они меня, я их всех очень уважаю, вот, но и с другими даже движениями. Они были какие-то легкие, вот это ощущение легкости, ощущение вот этой приязни к нам, вот к ему незнакомым людям, когда вот он, допустим, с нами общался впервые, особенно в поточной аудитории. Потом, когда он нас читал спецкурс на 5-м курсе, он уже знакомился с нами ближе, и в этот момент я тогда это почувствовал. Сейчас вот, думая об этом человеке, я понимаю, что, мне кажется, одна из главных его способностей и черт была только была именно в том, что Виктор Данилович был человеком диалога. Не монолога, когда каждый ждет своей очереди высказаться, а именно диалога. Вот именно диалога ему, потому что интересно было, наверное, участвовать, спрашивать. Когда я видел его когда огорченным, это в основном было, с моей точки зрения, из-за того, что кто-то не желал откликнуться. Виктора Даниловича Михайлова я знаю с конца 90-х годов. Именно благодаря такой профессуре я и состоялся и выбрал эту философскую стезю. Мне пришлось несколько лет с ним трудиться вместе на кафедре философии нашего университета. Я всегда поражался одному его качеству. Это качество мысли, с которым все мы соприкасались. Любая научная проблема в его изложении становилась предельно понятной и ясной. Та школа философского факультета Ленинградского университета, которую он прошел, и затем многолетний опыт в качестве преподавателя в нашем университете, сделали из него очень хорошего методолога, преподавателя, оратора, аналитика. Наверное, нет сегодня представителя университета, который бы так хорошо знала широкая общественность нашей республики. Мне кажется, что Виктор Данилович имел очень высокий уровень, сравнимый с маститыми исследователями социально-гуманитарной направленности в нашей стране. Он запросто бы, на мой взгляд, мог дискутировать по любому вопросу
мне кажется, с честью представлял бы нашу республику, наш университет. Он был очень скромным человеком, никогда не пытался специально показать себя, как-то выделиться. Это у него происходило естественно. Люди обращались к нему, его любили средства массовой информации. Мы сейчас никак не можем еще представить, что его с нами уже нет. Естественно, каждый раз, когда будут происходить какие-то определенные события, мы будем вспоминать его, и, видимо, нам его будет очень сильно не хватать. И мы будем детально представлять себя в сознании, а что бы мог по этому поводу сказать наш уважаемый Виктор Данилович. Общественность республики с его уходом лишилась очень яркого представителя духовности, интеллектуальной сферы. Надеемся, что университет найдет способы увековечить его имя, и подрастающие поколения, общаясь к его трудам, его деятельности, будет понимать ту величину, которая когда-то была в общественной жизни нашей Якутии. Человек. 75-й снег уже на моих плечах тает, как говорят старики. Многие говорят, в это время надо думать о душе. Конечно, задумок после того, как окончательно прекращу активную преподавательскую деятельность, есть чем заняться. У меня есть много материала насчет и долгу у своих старших коллег, друзей. У меня достаточно много материала, зарисовок, заготовок, и я хочу ее завершить и публиковать, увековечивая их светлую память. Вот эта работа. Но с другой стороны, и материал другого рода, да, есть у меня и своеобразный долг и у своих земляков, народных писателей Якутии, это Николай Якутский, Петр Тавроков, Василий Сивцев, Семен Руфов, которые оставили большое наследие, и при жизни, к сожалению, я не написал вот о них ничего. Их работы у меня под боком стоят, и я хочу, чтобы хотя бы хорошие статьи написать об их творчестве. Повезло с учителями, повезло школьным учителями, вузовскими учителями. Я же ведь ученик Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя Советского Союза, который заложил вот эти основы научного подхода ко всему, приоритет знания, приоритет такого эрудиции, кругозора, который не ограничивался только узкой специализацией. Он наряду точными дисциплинами обязательно ориентировал на постижение гуманитарных наук, истории, языков. Он сам великолепно знал несколько языков. На английский и немецкий я точно знаю, что он этот по-немецки изъяснялся. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. Я учился. Это моя особенность, может быть, да? Я учился у всех. У всех. У меня есть глаза, у меня есть уши. Я все это воспринимаю, все это перевариваю и применяю. Я никогда не стеснялся спрашивать. Это со школьной скамьи меня наставляли. Спрашивай, что непонятно. В какой-то степени они продолжение вот меня. То, что не смог делать дедушка, не смогли делать родители, должны дети продолжать. В этом отношении я довольный. Поэтому мне кажется, что жаль, что Тамара Михайловна не увидела своих внуков. В этом году 20 лет исполнилось, как ее нет, а внуки родились уже после, через год, как она ушла в иной мир. Просто она
в современных условиях, конечно, не растерялась бы. Она новаторский человек, она неуемный человек. Наверное, и в айтишной такой ЭКТ нашла бы себя. И у него была очень сильная предпринимательская жилка, инновационная струя была. Наверное, если бы в здравии была, она бы организовала что-то такое учреждение, где-то что-то чем. Ну, может быть, повышение квалификации, может быть, там дополнительное образование. Он здесь, конечно, там находит общий язык. Поэтому очень жаль, что она прожила только 52 года. Кафедра философии, особенно вот молодые, вот те, которые работают уже во всю мощь, они уже достаточно опытные преподаватели, продолжали бы свою работу научную и вывели бы на уровень докторской диссертации. Конечно, заботиться, работать надо, читать, подчитывать надо, но ныне не те времена, когда есть великий ужасный интернет. Дома, находясь, все новинки литературы дома, не выезжая на командировку. Надо мотивироваться, молодые коллеги мои. Работать надо. Дорогу осилить идущий. Вода камень точит. Не боги горшки обжигают. Поэтому рука, как глаза боятся, руки делают. Вот только так можно добиться успеха. Надо советоваться. Надо консультироваться, надо участвовать в публикациях центральных изданий. Если вы себя не покажете, никто не обратит на вас внимания. Вот. Самому надо протарять дорогу и пробиваться самому. Поэтому ныне не то время. После пандемии необходимо активизировать научно-технический прогресс, науку и технологию. Совершенно закономерно, для того, чтобы сделать прорыв в экономике. Поэтому акцентация внимания ученого сообщества на развитие науки и технологий вполне закономерен. И в какой-то степени есть и прорывные открытия в науке и технологии, особенно в медицине и микробиологии, в частности, вакцины. Наши открывают параллельно и начинают тоже побочные какие-то эффекты получать. И сейчас активно работает. Это поддержать надо, Ну и сейчас вот республика наша небольшая по населению, хотя очень большая территория. Безусловно, здесь оздоровляться и прийти в себя после пандемии и умственно, и телесно, это тоже закономерно. Для этого наука и технология – помощь. Узнавать новое и разные интерпретации событий и фактов со стороны сведущих людей могут и без лекторов. Хотя пожилые люди говорят, мы хотели бы вживую общаться с лекторами, хотели бы живое слово услышать, почему вы не приходите, не выступаете и прочее. Надо жить своим умом и своим трудом. Для этого не надо ватсаповским новостям, ватсаповским каким-то вещам доверять полностью. Ищите другие источники, другие суждения, сопоставьте своим умом, своим видением. Где правда, где кривда, где фейк, где настоящее? Кому прислушиваться? Кому доверяете? Тогда, конечно же, вы, у вас будет свое вот в голове, свое такое, свой оселок, своя колокольня, свое видение, своя лакмусовая бумажка, свой определитель будет. Надо формировать свою позицию, свою точку зрения. Сейчас в условиях демократии вот таких вещей нету. Как говорят, в этом отношении надо ухо держать востро
и научиться разбираться во всех этих перипетиях самому. Вот в этом отношении, конечно, нужно посоветовать, научить, консультировать и быть арбитром, быть модератором, быть, ну, как бы консультантом. Это надо. В этом отношении я свою миссию вижу именно в этом. На самом деле, вот эти философы, получившие специальную подготовку, их миссия заключается в том, чтобы консультировать, чтобы посоветовать, то есть направлять их мышление, способствовать, активизировать их мышление, чтобы у них мыслительная культура повышалась, чтобы до всего доходить самому, до всего делать, по всему делать выводы самому. Другого пути нет. Другого пути нет. К сожалению, есть те, которые и специально в какой-то степени хотят, чтобы люди жили вот совершенно в другом мире, придуманном мире или там строго фильтрованном мире. Вот. Так что тут сложное время. На то и говорят, очень трудно стало понять, где истина. Ну, я всегда говорю, истина где-то посередине, это далеко от истины не ушло. Это вообще-то формула оптимальная. А вы ищите, ищите, что подходит. Тогда уже не ошибетесь. В этом плане философия, конечно, наилучший помощник. Я приглашаю вас интересоваться философией. Философия – исконное название любовь к мудрости. Любите мудрость, станьте мудрыми, тогда вам легче будет жить, и жизнь повернется к вам лицом.